Всем привет! У нас сегодня сюрпризы для отдыхающих. Вчера вечером что-то там случилось на подстанции. В общем, включили свет. Мы всю ночь без света были. Хорошо, что мы успели ужин приготовить. В общем, нам хозяин привез, там поставил баллон газовый, газовую плитку. Потому что здесь все на электричестве. Электрическая плитка, чайник. Короче, чай мы грели в кастрюльке. Выручила дорожная кашка, которую мы так и не съели, кстати, дорогой, из пакетиков. Вот это вот, которую высыпаешь в тарелочку без варки и заливаешь водой. Она там с кусочками фруктов. Яичница. Колбаска, сырок и хлеб с маслом. Ну, в принципе, завтрак-то полноценный получился. Егор, вкусно? Вкусно. А ему все вкусно. В общем, вот такие у нас сюрпризы. Короче говоря, прикол у нас сегодня. Папа нас всех сегодня. Давайте быстрее, давайте, собирайтесь, собирайтесь. Я что снимаю уезжающую машину? Он нас всех вытурил за ворота. Быстрее, быстрее, на пляж, на пляж. Приехали, все, переоделись, пошли. Возвращается в машину. Он забыл одеть плавки. В общем, поехал за плавками. Папа, что забыл плавки? Всем привет. Мне даже в душе вытереться не дали. Говорят, иди, сними. Что? В общем, у нас вот такое безобразие. Мы будем есть мясо. Шашлыки. В общем, на что способен мужчина, когда он хочет мясо? Да, Сергей Витальевич? Что именно? На что способен мужчина, когда он хочет есть мясо? Приготовить шашлык. Когда он хочет вина. Вина. Здесь можно и вино, и мясо. То, Васюша, вот снять тебя, так ты в одних трусиках. Забанят. Нельзя. Иди оденься. Тут у нас я еще знаю, партия. Что мне одевать. Тазики. Как не знаешь, пойдем покажем. Нет, нет.